Добрый день, мои дорогие подписчики. Я читаю практически по возможности все ваши комментарии. Иногда их так много, что, конечно, совсем все не успеваю. Но что бы я ни публиковала, под каждым постом есть, независимо от темы, один вопрос. Лариточка, а как же вы так похудели? А где же та волшебная пилюлька или тот волшебный пластический хирург, который пилит ребра, не знаю, вставляет что-то в желудок, в мозг? Где же он? Давайте так, я делаю второй пост на эту тему. Никаких волшебных пилюль не существует. На диетах я не сижу, потому что мой эндокринолог Мария Ткачева, с которой я знакомила вас на моей странице, категорически противник диеты, говорит, что после ваших диет потому что тяжело собирать вас в кучу. Вот как раз там восстанавливание веса происходит безумно тяжело. Поэтому что сделала я? Я пошла к эндокринологу по совету моей подруги, которая тоже, скажем так, сбросила лишние кг, но суть не в этом. Мы не сбрасывать ходили, мы шли восстанавливать свой организм. Дело в том, что опять я не открою вам никаких секретов. С возрастом все процессы, включая метаболизм, замедляются в организме. Наладить самостоятельно их невозможно, диетами невозможно. Не верьте никаким сказкам, не пейте никакие пилюли. Вы же не понимаете, как это отразится на вашем организме. Я сдала анализ крови. На меня посмотрела эндокринолог Мария Ткачева и сказала, нельзя то-то, то-то и то-то. Опять говорю, нельзя, у каждого свое. У меня было свое. Сказала, тебе нельзя банан, виноград и бухать. 3 месяца. Это, конечно, было сложно, потому что нельзя было в течение 3 месяцев выпить даже, ну там, бокал вина или там виски с чем-то. Нельзя. Я выдержала 3 месяца. После этого, правда, произошла другая перемена. Я звонила, говорю, Маш, а что такое? Меня как будто вшили. Я даже грамм не могу выпить. Сейчас я себя заставляю. Да и сейчас мне можно уже все. Ем я по ночам, тогда, когда я хочу. А вес стоит. Он не прибывает и не уменьшается. Но главное, что наладился метаболизм. И раз в 6 месяцев я сдаю анализ крови, а моя Маша смотрит, что у меня там так или не так. Либо выписывает таблетки, либо какие-то витамины. То, что мне необходимо, я делаю. Да, тренажерных залов в моей жизни нет, не было и, надеюсь, не будет. Потому что я их просто не люблю. Я тот человек, который не создан даже генетически для спорта. Ни в каком его виде. Я надеюсь, что на эту тему я вам ответила. Еще раз повторяю, надо найти своего хорошего эндокринолога. Марию Ткачеву в постах есть, клиника Сесиль. У нее безумная очередь, и она мне теперь уже не говорит спасибо за то, что я лишила ее, в принципе, выходных. Но многие мои подписчики, кто к ней пошел, пишут, Лолит, спасибо за контакт, потому что мы сбросили. И еще что говорит Маша, которую мы теперь называем Машей, поскольку дружим уже несколько лет, она говорит следующее, что вы ко мне приходите не для того, чтобы стать моделью, а для того, чтобы сделать заново здоровым ваш организм, насколько это возможно в определенном возрасте и при определенных условиях. Поэтому ничего военного, но это все придется соблюдать для тех, кто себя любит и пойдет. И еще одно. Не забывайте, что очень важно определить проблему, из-за чего у вас пошел вес. Это могут быть внутренние нарушения, а также могут быть нарушения психосоматические. То есть это может быть совершенно ненужное вам партнерство, из-за которого вы будете пухнуть. И поверьте мне, это касается не только полового, то есть тире-супружеского партнерства. Это может касаться и близких родственников, и друзей. Поэтому если вас что-то разрушает, вы можете от этого расширяться. Но когда с вами все хорошо, и хороший доктор рядом, то, поверьте, вы будете чувствовать себя прекрасно. А уж вес – это дело наживное. Он приходит, уходит. Главное – самочувствие. Всем всего хорошего. Ну и берегите себя.